Отлично. Отлично просто. И меня перенесли сюда по каким-то причинам. Ну ладно. Идиотин какой-то. Я подбегаю к нему вплотную. Здесь невозможно стрелять. Это просто ужасно. Ужасное управление. Ужасный порт, в общем. Что я могу сказать? Графика отстойная, но глючит так же, как GTA, по сути. Управление вообще неожиданно охренительное. Вы видели, у меня на максимум, на минимуме стоит управление, ну, на максимум, максимуме, максимум это как? На минимуме стоит, так, не сюда. На минимуме у меня стоит чувствительность мышки, но все равно вводит прицел так, что невозможно прицелиться нисколько. Я подбежал к человеку вплотную, и все, я в жопе. Не ударить его нельзя пистолетом, не прицелиться как-то нельзя. Ну ладно, все, проехали. Не поеду же я туда. Просто так. Чтобы пройти эту миссию. Вот когда там окажусь в следующий раз, попробую еще раз. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait, he went after your family? Dalo, everyone's outside. What is your shirt for? Listen up! А кто из вас кто? Вы одинаково выглядите. All his trucks moved to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that hum Gartan in the shadow grave! Don't turn my gear! It's over! Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure! Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Guys walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Oh, там сейфик стоит. For you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Guys. Okay. Okay, okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Окей, ну может быть вы мне дадите сейф заюзать, и мне бы очень хотелось. О, ну ладно, я не буду залезать специально туда. Я еду, следовать за кем-то, давайте. Я люблю за кем-нибудь следовать. А чё, радио не будет? Только не Ninja Tune. Упс, простите. Я пытаюсь переключить радио. Отлично, я! Музыка для того, чтобы взять людей! Ой, похоже, я помню, что надо делать в этой миссии. Я видел ее на какой-то презентации. Сейчас вам придется идти на склад, потом его поджечь, потом еще убегать оттуда с живым человеком. И при этом... Что вы делаете? И при этом надо будет подраться, пострелять и выбежать с кем-то из... со склада. Ага, это она, по-моему. Угу. Если мы сейчас около склада... Да, это она. Так что я в курсе, что нужно делать. Сейчас посмотрим, насколько она изменилась. Я не нажимал два раза W. Ужасный порт. А ворота никак не заперты, ладно? Здорово. Пошел-ка ты нахер от меня. В коробку? Лежать. А его куда-нибудь можно? Ну кроме коробки, ну что ж такое, почему вы только в коробку-то? Да блин, повернись ты уже! Да блин! Он не хочет его пинать, он зачем-то удар в развороте делал.
Но не хотел пинать чувака, который внизу лежит. В портере. Вот это что же за отстой? Смотрите, как он лег. Смотри, детка, подойди ко мне. Смотри, какой я шикарный. Посмотри, он бы еще снял себя все ниже. Ниже пояса. И другую голову. Хотя нет, и так тоже нормально. Отлично, прилег. Убегайте захватов и бейте их сильными ударами. Ага! Он борется с уму! Пошел-ка нахер! А зачем его еще раз ударять? Он и так был в стане. Чудо! По-моему, что-то заглючило. Вот, наконец-то вырваться дали. До свидания. Да блин! Эф, ну я думал правую кнопку мыши, ладно. Козел. Козел, все равно козел. Плохой человек. Редис, чертов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Кунг-фу! Ой, только не говорите, что это можно... О-о-о-о! И что? Я F нажимаю! Наконец-то, спасибо! О нет! О нет, о нет, это больно! Я в этом красном зареве не видел. Я эту миссию провалил, считайте. Еще и тебя туда! Жареная курица, жареная курица. Кто еще? Еще одна жареная курица, давай. Три жареных курицы. Кто еще хочет? Эй! Есть у нас одна жареная курица, две жареные курицы. Один убитый и второй убитый. Клёво, можно было еще кого-нибудь холодильником, наверное, прибить. Спейс, внезапное вооружение, окей. Мне, наверное, надо подбежать к нему. Понял. Ну, теперь начинается самая жесть. Ага, можно не прицеливаться, понял? Так, что будем делать? Я привык, что на пробеле при прижимании к укрытиям, но не... Охерел, что ли? Вот это вот замедление при прыжке через укрытие. Вот это нифига себе было. Замедление при прыжке через укрытие взяли и Strangle Hold. Но там все шикарно и удобно было. Сделано, а не как здесь. Хотя здесь стрельба, в принципе, напоминает уже Strangle Hold. Победите конкурентов? Ты мой конкурент! Кто еще? What the fuck? Да, я, конечно же, хотел прыгнуть вниз. Да, игра. Именно это я и хотел сделать. Да нет, что ты делаешь? Ты что, псих, что ли? Зачем мне вниз прыгать? Игра, ты делаешь меня похожим на психа. Я и так немножко неуравновешенный, наверное. Но ты мне еще больше им делаешь.
Так. Подожди, что-то можно было сменить? А у меня что было? А у меня было то же самое, зачем мне менять тогда? Видели, что я только что перед ним стоял? И не мог его убить. Почему? Хер его знает. Стрелял я прямо в него? Ну ладно. Ну, Сюа, иди сюда. Иди сюда, Сюа, я буду тебя сюать. Сюа, в машину и убегать. Вот это прыжок был. Камера ужасная просто. Вот сейчас он не хочет прыгать, смотрите. Я столько раз пробел нажимал, ну, в общем, ужас. Ужас, ужасно все в этой. А где он? А, это свои, окей. А где он? Так, а куда мне бежать? Откуда я пришел? А, вниз, вот, все увидел. Ну чё? А, то есть они всего стрелять не будут, да? Побежали, давай! Дебилы, вы стреляете своего хозяина, идиоты! Я Space, если честно, не нажимал, это игра сама опять подумала то, что я решил нажать пробел. Охренеть, как мышь колбасит, вы бы знали. Грёбаные копы, сказал. А сам-то кто? Ну-ка, Сюа, иди сюда. Я тебя еще не защувал никуда. Я тебя в тюрьма как защую. Вот это ни хрена себе, какая быстрая тачка. Нажмите Q, находясь рядом с целью, нажмите Q, когда стрелка станет зеленой. Окей. А, все понял, он, если удерживать, то он встает на сиденье. Ну что, поехали, давай. Говнюк. Кстати, мне интересно, а этот дождь, он как бы по скрипту запустился или нет? О нет! Ты ж затрахал ехать за мной. Отвянь. Блин, он не отстает. Направо свернуть. А нет, на справа свернуть не получится, это шоссе. Ты что ж не такой неутомимый-то, а? Все, отвяжись, спасибо. Ой, я еще и на правильную дорогу въехал. А музыку включить нельзя. Это, видимо, саундтрек играет. В смысле, оригинальный. Че, я не туда заехал? Окей. Спасибо, я выключил. Спасибо, что можно выключить здесь сирену. Козел, вы что не видите, едет полиция? Зачем ты это сделал, ублюдок? Что бы у тебя не пошел бизнес?
Shut the fuck up. Классно закончил диалог. That was fucking crazy. See you. Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a bite. We can talk about the terms of your new partnership. Они все входят в Айказе. Это, видимо, iPhone только Айказе. Да, по-любому, $2000. Меньше, чем я получал от копов. Thanks, boss. Hey, man. Look, I don't do this often. But, I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors. О, переломный момент в отношении с триадами? Окей. Покажем им, видимо, я какую-то сюжетную миссию, которая является основной точкой. Выполнил. Улучшений. Я есть. Окей, сопротивляемость ударом. Или все-таки. Так, нацелитесь на противника и нажмите пробел, чтобы переплюнуть. Нет, не то. Выполнить удар в подъеме, когда вас били с ног. А что здесь дальше будет? Игрок может выполнять атаки оружием во время бега. Игрок получает уменьшенный урон от оружия ближнего боя. Вейв быстрее восстанавливается после неудачных контратак. Открывает быстрое продолжение для простого сильного пинка. Хорошо, давайте вкачаем вот эту нижнюю ветку, вкачаем. Больше же ничего нету. Окей. У меня еще пистолет остался свой. Да еще и сейфик нашел. Кошерно. И где я вообще? И зачем мне показ противников? А, неважно. Я столько вопросов задаю. Наверное, стоит поменьше вопросов задавать, а то мало ли. Тут появилось предложение. Ладно, пойдемте выполнять миссию. Больше ничего. Больше делать нечего. Дело было вечером. Стойте, а почему? А, нет, здесь я уже. Да, здесь я уже наркотрах выполнил. Наркотрах. Наркотрах, блин. Поэтому. Поэтому это просто надо в доме отсидеться. Не знаю, почему они оставили эти значки. Это, видимо, не оттестировали хорошо. Вот этот элемент, то что значки остаются на карте о наркокрахе. Вне зависимости от того, выполнил ты, убил ты там всех или взломал камеру или нет. И еще вот этот бойцовский клуб, что-то мне как-то интересен, почему он не исчезает. Там новое испытание, что ли, появилось, более сложное. И какого хрена эту высокую скорость можно выполнять много-много раз? Что это за тупость-то? Я, конечно, понимаю, что DLC все дела, но... В этом-то случае, если ее проходить много раз, то это бесплатные деньги и очки опыта полиции. На VR Radio ничего не играло. Ух ты. Расследовать беспорядки? Хочу расследовать беспорядки. Это, видимо, случайное задание какое-то. Схватить пьяницу и увидеть его от магазина. Окей. Уведу. Да ладно. Он меня арестует. Ладно, пусть арестует. Иди отсюда. Кто-то даже сумку бросил. Мол, отстань от меня, я ничего не хочу делать. Господи, что сейчас было? Почему я везде, когда включаю, там не музыка играет, а какая-то херня?
Отлично. На двух радио, которые я слушаю, играет реклама. Так что слушаем Softfly. Вау, вот это быстрый мотоцикл! Упс, простите. Я не хотел этого делать. Так, я явно не туда включился. Вы тоже думаете, о чем я, да? Смотрите, что справа от нас есть. Ну, уже сзади. Опять дыху. Блин, тут, наверное, столько... Тут либо так мало песен, либо... Либо мне всегда... Неудачная песня попадается. Да, это неудачно. Был прыжок, но ладно. Два метра. Окей. Давайте пойдемте выполнять задание.